Новым годом, дорогие друзья! С новым 2021 годом! Мы приготовили для вас сюрприз. «Стройная жизнь в седле» – это проект прежде всего о том, как расстаться с лишним весом элегантно, красиво, с целым звездопадом приятных эмоций, которые подарит знакомство с лошадьми и верховая езда даже тем людям, которые прежде никогда не сидели в седле. Ну, у нас вот сейчас первое занятие, я немного волнуюсь. А да. Скажите, может что-то пойти не так? Это живое существо, оно может чего-то испугаться. Благодаря стройной жизни им предстоит открыть для себя целый мир, необычный и ослепительно яркий. Верховая езда формирует прекрасную осанку. И кроме того, лошадь исцеляет не только тело, но и душу. С января месяца моя жизнь – это реально хоть серая коробка. Выйти от этого можно только захотев себя полюбить заново. Исключительно правильное пятиразовое питание, настраивающее наш организм как музыкальный инструмент, и никакого голода, потери энергии, перепадов настроения, мучений и страданий. Питаться без соли, без сахара, без специй, есть овсянку. Это сложно, вся жизнь теряет краски и вкус. Наконец, у нас будет просто весело, судя по атмосфере на съемках, от которых мы все получаем огромное удовольствие. Я не пью вообще, от слова совсем. Ни граммочки. А лицо только что такое здоровое лицо. 6 участников нашего телевизионного проекта согласились выйти под свет софитов и испытать программу на себе. Но стать участниками нашего проекта без камер и публичности может каждый из вас. Для этого просто нужно позвонить в клуб «Продар» и записаться на консультацию.